дорогие братья и сестры, вот слава Богу, что собраны мы здесь. И ради чего? Вы знаете, счастье, просто сердце обливается радостью, что вот есть у нас вот такие ребятки, что вот им интересно здесь. Вы знаете, я вот смотрел репетицию генеральную недавно, тут подсидел, и да ничего радости нет. Вот думаешь, проблем куча на душе, там что-то там, где-то там то, другое, третье. А вы знаете, все это пустота. Когда посмотришь на этих детей, порадуешься, и вот, знаете, ничего не нужно. Слава Богу, что они у нас есть. Что вот, вот это, и тем более здесь, что они в храме есть у нас. Так что давайте, дорогие братья и сестры, посмотрим, что они нам приготовили. Сегодня они нам приготовили воскресный, рождественский такой утренник, очень интересный. По-своему прост, но вы знаете, в каждой простоте есть много мудрости. И в этой простоте, наверное, мудрости больше, чем в каких-то замудренных словах или действиях наших. Так что вот давайте посмотрим на этих ребят и сделаем огромный вывод. Давайте мы немножко будем подражать им, потому что раньше мы привыкли как-то слушаться родителей, смотреть на родителей, а сейчас как-то мир, он совсем перевернулся. Мальчики носят юбки, девочки штанишки, и как-то все совсем наоборот. Родители больше должны на деток своих смотреть и быть попроще. Жить попроще и подражать больше им, как они живут, потому что все мы ругаем за что-то, привлекаем к чему-то, а по сути, вы знаете, мы должны более смотреть на них и жить, как они живут, попроще немножко, повеселее, прощать друг друга всегда и радоваться за все, как есть. Вот давайте, пускай Бог благословит нас сегодня на этот праздник, на концерт. Вы, дорогие братья и сестры, вот здесь вот еще место есть, проходите, кто вот занято, можете вот сюда вот пройти, вам будет поудобнее, вот вы пропускаете, вот там, вот, чтобы кто на самом пятачке там, чтобы вот сюда проходите, вот здесь еще место, вот пол храма свободы есть. Ну и батюшке где-то место там надо. Место-то, Машке. А? Что? Так, все, давайте Бог благословит. Елена Павловна, все, давайте Бог. Вечно свят, вечно новый, Рождество, я на престол. Много лет, из года в год, праздник, это радость ее. Сладкий Бог, стар и мал, Он спасителя нам дал. Thank you.
тянула диким сном земля, померкли свод небес. Сегодня отдых огня, забвенье всех забот. Зажжется первая звезда, и к нам Христос сойдет. Сойдет, чтоб в каждую семью внести покой и мир, всем благость проявить свою, устроить детям пир. Под звездой из фольги снег пушинками кружится у окошка моего.